Привет! О май гаш! Всем доброе утро! I just дети, доброе this. Утро вам! Доброе this. Утро! Доброе утро! Доброе утро! Зову детей в ватерпарк, не хотят. Пошли в ватерпарк! Не, я устала! У нас утро, а мы уже устали. У нас уже обед. Какое утро, блин! У мамы утро было, когда мама собак гуляла. Я сегодня пошла гулять с собаками. Ребята, меня так покусали мошки. Я вообще в шоке. Я потом вообще уснуть не могла. Я вся чесалась. Но сейчас, правда, все прошло. Стой, котики! Мошки, котики. Лаврика еле оставила опять. Ни в какую. Ну, короче, у него опять температура поднялась. Ну, так уже ночью. Не ночью, а часов 5 утра было. I'm saying. И он лежал, страдал, жарко. Я говорю, все, Лавр, я уже не могу тут с тобой сидеть, я пошла собак гулять. Я говорю, у меня уже собаки, они же слышат, что кипиш. И начинают тоже кипишевать, знаешь, что все. В общем, я встала, пошла я гулять, меня всю искусали, я вся перепсиховала. Вот, Лаврик только что проснулся, Катя уже давно проснулась. А Лаврик же не спал долго, и... Естественно, утром долго спала. Катя уже и этим позанималась, и с Джерри поиграла. Где Джерри, кстати? О, Джерричка, мой мальчик. В общем, а сегодня у нас есть машина, а мы не хотим, хотел сказать, не можем, мы не хотим ехать в ватерпарк. Я уже хочу в ватерпарк. Поехали? Нет. Что делать? Не хотят. Потому что ты хочешь купаться. Гулять невозможно. Очень жарко только возле воды. А возле воды мы тоже уже заколебались, уже и возле воды не хотим. Ничего не хотим. А что хотим тогда? Ничего. Ничего не хотим. А что делать будем? Ничего. Играть. Что хотим? Ничего. А что делать будем? Ничего. Ничего не будем делать. Стой, этот стой, радуется, стой. Температуры нет, он радуется. Стой, стой, страдал стой, полночи. Стой. Короче, что будем делать, непонятно. Ничего не хотят делать. Я пошла опять гулять собак, у нас обед. У нас обед. Надо гулять собак. Джереми! Он просился, я все никак себя поднять не могу. Дети, ну что делать-то? Скоро ураган какой-нибудь пойдет и все. И мы будем сидеть, когда ураган пойдет какой-нибудь, и это сначала будет они захотят. Я вот вчера дети ездили с папой, кушали и заходили в русский магазин, накупили там каких-то пряников. Сейчас покажу. Ну, обычно пряники там нечего показывать. Надо мне back to school сделать. У меня, кстати, что-то я не помню, когда придут кроссовки. Я заказала вам, детям кроссовки заказала. Нет, я не хочу. Так, не начинай мне даже. Детям кроссовки заказала, должны прийти. Надеюсь, размер подойдет. У Кати розовые, как обычно. К Лаврику я накидала в корзину разного цвета кроссовки. Лаврику показываю. Ну, смотри, размеры какие были. А сейчас пока есть все размеры, хорошо. Пока еще не все скупили. И Лаврику показываю, говорю, Лаврик говорит, давай выбирай, там у него зеленый, синий, красный, фиолетовый, как он любит, перпл свой. Ну, какие тебе кроссовки? Как-то он так сказал, я не помню, что-то так угарно было. Ну, типа, пофиг, что-то такое. Ну, ладно, окей, раз пофиг. Когда это Лаврику было пофиг, вообще странно. Ну, короче, раз пофиг, я выбрала сама. Выбрала ему красный с темно таким серым или черным. Ну, что-то такое. Ну, короче, такие красные. Это у него коровки. Много красных пола. Я решила, что перпл ему ни под что не подходит. Зеленые такие салатовые тоже ни под что не подходят. Короче, взяла ему красный под красные полы. Ладно, надо мне вставать. Джереми, ты где? Вон он, Джереми. У меня целая аптека Лаврику перед сном. Ну, у него каждый день здесь аптека, она вон там просто стоит. Я собачка. Мяу. Понятно. И в нос, и губы намазать, и еще в нос. Короче, чего только нету у этого Лаврика. Аптека. Джирка.
Погнали гулять. Встаем, встаем. Ну, здесь все как обычно. Ничего не меняется. Джерри, а что ты как-то сегодня ты слабенькое сожрал? Не в труху прям. А? Зато на диване никто не спал. Это хорошо. Теперь и кошки не спят в своих тарелках, потому что тарелки заняты. О, какая влажность. Ку-ку. Ку-ку, мои мальчики. Ку-ку. Ку-ку, ку-ку. Ку-кусики, ку-ку. Ку-ку. Росака. Росака погулял. Выпустили его на балкон погулять. О, боже мой, я аж вся водой покрылась. Капец, влажность. Мила, пойдем? Пойдешь тоже? Вот эту сожрал Джерри. Надо выкинуть. Иди, Милаша, иди гуляй. Надумала тетя лошадь. Сожрал Джерри вот эту штуку. Совсем надо ее выкинуть. Сейчас я вас покормлю. Я их еще даже не кормила. Умочку, умочку. Вот они купили прянички. Это у нас Лёва любитель. Это Лёва выбрал. Это у нас Лёва любитель. Алёнка кто-то съел. И вот такие вот пряники. Сахарные пряники, варёные сгущёнка. Ну, самые такие, самые вкусные, самые сладкие, мне кажется. Ой, я вас не покормила. Пойдем. Котик. Котик. Сегодня мы наконец-то арбуз порежем. Он у нас не охлажден, но он не влезет в холодильник. Обязательно поменяться тарелками. Никак без этой традиции, никак. Ни одна жрачка не проходит без этой традиции. Лучший телевизор. А, вот еще. Баунти. Я вообще не знаю, у нас сроду никто это не ест, но, видимо, это Левин выбор был, наверное. Ну что, погнали. Спасибо тебе, Джерри, что хотя бы пол не вскрыл. У меня овчарка пол вскрывала. Ой. Ты же вчера все осознал. Ты же, сволочь, вчера все осознал. Сказал, что больше так не будешь. Что бес тебя попутал. Черт тебя попутал. А? Ну что, друзья, в обморок сегодня никто не упал. Катя до сих пор еще не заболела. Смотреть будет нечего. Обсуждать будет нечего. Дети опять не гуляют и в гаджетах. Ну, будем смотреть с вами на животных, на пылесос. Что делать? Жизнь такая у меня. Уйди! Сегодня сделаю мостову. Фарш сейчас разморожу, пойду. Хотела борщ сделать, но у меня, по-моему, не все на него есть. У меня. А, у меня нет этой капусты в заморозке. У меня обычно лежит... У меня есть только вот такая. Я в заморозке, помните, храню, которая это нарезанная, замороженная, уже готовая для борща, не надо нарезать. Очень удобно. Есть такая целая, но я ее нарезать не хочу. Влом. Вау. Есть что пообсуждать сегодня, да? И перчик есть. Кстати, по-моему, последний. Или не последний, надо посмотреть, что в другом морозилке. Вы посмотрите, а. Это что такое? Вы только что поели. Вон, все пусто. Жорик. Все, насмотрелись своего телевизора. Пусть размораживается. Попозже приготовим. Пойдем, как хвост за мной. Ну, а пока яичница. Вот что мне надо еще сделать, сковородками закупиться. Это я поеду, когда уже... Куда-нибудь, когда поеду, если не забуду, надо мне заехать там TJ Maxx, что-нибудь такое, вот где вот они продаются. И там, что мне надо, и там уже скуплю
сковородки вот такие, очень они мне нравятся, я уже рассказывала, у меня такие три разных размера, вот это самая большая, средняя и маленькая, очень они мне нравятся, вот пока у меня девчонки чего-нибудь на них не сожгут, не подгорят, она на самом деле вся белая и очень классные, ну вот вечно на них что-нибудь сгорает у меня у девчонок, и визы такие набрала тоже себе, когда уезжала в Майами. Так, яичница. Ты уже здесь. Пока не буду разбирать. О, я же говорю, есть что обсудить сегодня. На самом деле, это Катя пьет воду из него. Я пользуюсь под просекко только вот такими. Они не помещаются, поэтому лежат. Они в обмороке. Булочка горячая, сейчас жду, когда поломаю детям. Я сейчас вставлю маленький кусочек в видео. Мне Маша снимала, я попросила Машу заснять, она уехала к Лизе, я говорила, помните? Я вроде говорила. Но там, правда, немножко было не до съемок, там Маша сорвалась уже в ночь, поехала к ней туда. И было немножко не до съемок и вообще не до шуток каких-то. И, в общем, Маша сняла чуть-чуть, я попросила ее с Лизой их заснять. И в месте, где Лиза живет, в ее квартире. Сейчас вставлю маленький кусочек. Я приехала Лизу навестить, моя мама попросила заснять. Hello. Да, сейчас мы поднимемся к ней. К ней в Майами, сюда, в апартаменты. А Лиза вон там вот, вон вид, мама попросила вид заснять. Ничего, здесь очень красиво, вон дизель гуляет. Это вид. Кухня у них красивая, мама попросила комнату заснять. Вот он улит здесь. Красиво все здесь лежит, мама попросила заснять у них. Как у нее здесь стол красиво, вот у нее и зеркало, и все на свете, и дизель, и огромный клозет, там дофига вещей, и в ванне все красиво, как все красиво стоит, и все на свете баночки, не до баночки, и что-то еще там стоит, дофига всего. Иди, дизель, иди! Вот, поэтому очень у нее здесь красиво. Очень у нее здесь красиво, вот, да, вот так вот. Так, а я хочу сегодня себе сделать тако на завтрак, дети уже поели, и делаю тако последнее время, вот помните, я сыр купил, сейчас свет включу, Жорж, вы прекрасны, как всегда. Сыр, который, там моцарелла, по-моему, чеддер, ну, микс такой, в общем, и он, знаете, чем мне еще нравится, он очень мелко, как натерт, что там с ним делают, измельчен мелко. Вот в отличие от той моцареллы, которую мы берем, она довольно крупная. Но моцареллу мы так и так берем всегда. Ну, в общем, взяла вот этот вот сыр, и мне он очень понравился. И Леве, когда я делала так, ему тоже понравилось с этим вот, с миксом. Мне нужен майонез, мне нужна курочка, и я буду делать... Я тут детям делала помидорку, осталось... Сделаю с помидорами. Леве я делаю всегда просто с курицей и с сыром и с майонезом. И больше ни с чем. Но он не любит с помидорами. Он прям не любит. Он помидоры отовсюду вытаскивает. Он их отдельно в свежем виде ест. А в пицце, в тако вообще это все терпеть не может. Только в общем в свежем виде. Но я его понимаю. Я, например, ягоду не могу есть там в выпечке в какой-то, да. То есть там что-то такое. То есть только в свежем виде. Я его понимаю прекрасно. Так, ну в общем все. Все, что мне нужно. Лепешка. Чуть-чуть майонеза, сыр, помидорку я сейчас обжарю на сковородке, и это тоже обжарю со специями. Так, я нарезала курочку, нарезала помидорки, обжаривать буду совсем немножко на обычном растительном масле, у меня масло виноградных косточек, и вот такой вот специю сейчас добавлю, ну, есть все для вкуса, чесночок самое главное, соль и перчик, и больше ничего, и она такая, знаете, вкусная. Очень вкусная специя, мне она очень нравится. Мне кажется, она везде продается. Я в Костко просто беру большого объема упаковочка. Что так долго? А здесь просто немножко майонеза и немножко сыра.
голодные глаза. Как там твои глаза? Да, Ваня? Я ее сегодня утром перепутала с Жериком. Она была без ошейника. Они бесились, видимо, ночью. Они когда бесятся, он с ней все время ошейник стягивает. А я его гуляю первым всегда. Я ее перепутала с ним сегодня. Одела на нее шлейку, пошла. Думаю, блин, Жорик, пойдем, говорю. Ой, Жорик, господи. Говорю, Жорик, пойдем, говорю, гулять. И она такая сошла за Жорика. Такая, ну ладно, я такая первая пойду. Да, Мелания? Да. Тетю лошадь с дядей конем перепутать уже несложно. А в темноте так они еще и цвета одного. Да? Горький шоколад и молочный шоколад, да? А в темноте они одинаковые. И то. Вот так это выглядит. Мне кажется, сыра можно было побольше. Я люблю, когда много сыра. А Лёва, кстати, не любит, когда много сыра. Он его любит, но когда его немного. И чуть-чуть на сковородочке его поджарить. А я по привычке сыра насыпала немного из-за Лёвы. Чуть-чуть я ее пережарила, пока тут вытирала все. Ну ладно. Ну, в общем, вот такая вот у меня красота и вкуснота получилась. Мой завтрак. Я сейчас буду в полной тишине спокойно завтракать. Меня никто не потревожит. Дети сытые. Приятного мне аппетита. Чего надо? Интересно. Угу. В общем, друзья, приятного аппетита. И вам тоже, если вы кушаете со мной. Так, у нас пришла посылка с женскими делами. Маша приехала, торопится. Ты с собой? Ты поешь дома, успеешь? Прыжка. Ну окей, давай. Брусечка, ты как всегда. Самый красивый, в самом центре любой коробки. Просека. Какой ты черный стала. Ужас. Был такой белый, снежочек такой был. Ну, ляж, полежи, ладно, не буду пока разбирать. Ложись, полежи. Маша ланчбокс собирает. А, ты подогрела котлетки-то? Они же ледяные, ты что? Я там его подогрею, вообще. А, есть там у вас, да, микроволновочка? Да. Ну все, подогрей с палочками. Рис бы взяла. Сюда рис отлично. А, взяла? А, ты еще что-то взяла? А, водоросли, рис, крабовый салатик. И что это? Аленка. Ну, это греть, да, все надо? Там все подогреешь, да? Угу, ну давай. Я одну коробку вытащила, он на другую сел. Просека. Жопь твою убирай отсюда. Жопь, убирай свою. Убирай свою жопь. Сейчас грохнешься. Маша не успела погулять. Собак унеслась, торопилась. У нас так все гремит. Мы бы даже не успели в вотерпарк. А может, и успели бы хотя бы на часик. Там такой гром, просто жесть. Мила, ты что, не стояли? Ну, мы успели. Да, как громыхнуло, Мила, скажи, да? Чуть в штаны не наложила. Боже мой, это какой-то звездец, ребят. Я не в туалет, простите, не могу сходить. Ничего, они везде за мной, как хвосты. У нас так гремит, просто какой-то ужас вообще. И эти задолбали. Вот никуда я, вот никуда не могу зайти. Прошки вечно всегда, все равно. Я в холодильник, они за мной. Джерик, причем еще более-менее спокойная, а у этой прям паника. Ну, на нее прям вот мы когда гуляли, он так громыхнул. Я такое слышала, не знаю, наверное, в прошлом году, когда ураган шел. Он настолько сильно, настолько мощно, мне показалось, даже земля под ногами затряслась, насколько был сильно. Мила вообще хвост поджала, вообще чуть с ума не сошла в этот момент. Я на поводке еле-еле вообще добежала с ней до дома. Хорошо, она еще все дела успела попеределать. Папа забрал детей. Всех троих младшеньких, они поехали пообедать. Я надеюсь, они успели, просто там такая жесть вообще на улице. Я надеюсь, что они успели и не намокли, потому что дети очень так одеты, по-летнему. И даже если выбегать из машины, я арбуз собрала срезать, и даже если выбегать из машины, у нас так все потемнело, обольет, а в помещении обязательно кондиционер так шарашит, что вот просто и их обдует, и Лаврик просто еще не выздоровел. А у нас такой дождище пошел.
Крошка попросился на улицу. В общем, я надеюсь, что дети не намокли. Катя в юбочке еще такая, даже без лосин. Сейчас одеваю все одежды на Катю. Сейчас одеваю одежду на Катю. И ей все мало, просто все мало. В общем, ни футболок, ничего вообще. Все ей маленькое. Она так за это лето выросла. Она и выше стала, и шире стала. И, в общем, капец, она выросла. Короче, не знаю. Так, юбочку одели, футболочку одели. Ой, мне сейчас балкон, по-моему, снесет. Он сильнее и сильнее начинается. Я даже позакрывала все. Потому что все равно очень темно. Она сейчас порежу арбуз. В общем, я одна, у меня никого нет. У меня тоже была мысль съездить. У меня у кошки там еда закончилась. Но я думаю, что в такую погоду я точно не поеду никуда. Выходить не хочется из машины. Я думаю, что онлайн закажем уже кошкам еду. И сегодня ее, я думаю, привезут. Два сыкуна. Так, ну что, ой, гремит. У нас вот такой вот большой арбуз сегодня с вами будет. Наконец-то я до него добралась. Ну вот такой вот он. Не сказать, что прям капец какой красный-красный. Не знаю, может еще надо подождать, когда они там будут. Самые красные, самые сладкие, самые вкусные. Ну может он и вкусный. Сейчас порежем, посмотрим. Хорошо, у меня мусор завтра вывозят с этим арбузом. Пойдемте. Арбуз, кстати, круто, классный вообще. Заходи. Прям красный-красный. Забыла закрыть калитку. Они за мной, естественно, в гараж. Только прилегли поспать. Куда там? Мама же ходит туда-сюда. Надо срочно за ней. Смотрите, какой красавчик красненький. Он сладенький. Прям классный арбузик. Что-то я погорячилась. Очень классный, очень вкусный. Пакет положу. Реально сладкий. Ладно, друзья, я в интернет. Вечером уже дети вернутся, покажу уже детей. Планов у меня было громадье, как всегда. У меня там были планы по дому и мостовую сварить. Я запихнула фарш обратно в холодильник. Завтра сварю. Ну, раз детей накормят, зачем я буду сегодня это делать? Тем более, когда у меня еще будет такой шанс, когда я вообще буду одна. У меня сразу же раз в голове другие абсолютно планы. Когда ты с детьми, у тебя одни планы, когда ты без детей, у тебя сразу так, оба-на, а можно же совсем по-другому прожить этот день. Так, ладно, я пошла с арбузом на диван. Так, дети мама, вернулись мама, с подарками. Бэтмен. Бэтмен. Мама, у тебя что, покажи? Фигурка. Вау. Да, давайте хоть подальше камеры сделать. Обезьянка, я знаю такие обезьянки. Я смотрела вот эти тоже. Не знаю, от вас, наверное, отвернулся. Просека, Просека. Отвернулся. Даже не смотрит. Посмотри, посмотри, летит ты. Да, смотрю, зайчик. Что он? А, он разговаривает. Это что, розовый ежик? Он даже плавал. Конечно, он будет розовый, как он Катя. Он даже плавал. А, он обнимает. Руку, и да, обнимает? И даже плавал. Поздравьте меня. Я заболела. Мойте. Руки обязательно. Мойте. Короче, у меня горло, сопли, у меня все. Так, Лёва рассказывает, ели пиццу, да? Алла... Я все много съела пиццу. Ты много съела? А Лёва говорит, Лаврик вообще почти не поел. А что ты мало поел? Почему? А? Почему ты мало поел? Да я только кинула. И даже, а, да, два. Да, конечно, заливай, да, конечно, меня. Когда это ты два ела? Ладно, все, в душ. Пошли, Лавр, отмывать тебя будем. Пошли. Так, дети уже разобрали мусор от этих. Все, там много всяких частичек, которые держат эти игрушки. У меня полный мешок. Катина особенно. Там много каких-то защит было у этого ежика. Вот типа щекочешь, да, и он хохочет, да? Или что он делает? И вот этот тоже что-то делает. Нет, а, это просто сквиш? Да. Угу. Это Миньяс. Лавруша, а где твоя обезьянка-то? Мы ее распаковали. Она... А, это в комнату отнес? Мам, смотри. Она тоже болтает. Мам, смотри. Он сейчас turn it to a ball. Он closes. Как ежик настоящий, да. Он даже плохий. Черри,
На пальчик, на ручку, да, можно. Есть маленькие, на карандашики делают. И она тоже, ее там включаешь, она тоже что-то там болтает. Джерри, да, отстань ты от него. Получишь же сейчас по своей морде целлюлитной. Я пока разобрала кучу вещей и постирала игрушку. Джерик стащил вот эту игрушку и обслюнявила ее всю. Катя просила ее всю постирать. Вот я ее постирала. Она там с какими-то утяжелителями в пятой точке. И все нормально, отлично все отстиралось. Где он ее взял, не знаю. Наверное, в Катиной комнате, когда Катя дверь не закрыла. Наверное, там взял. Пошла с Джерри гулять. Мила, это не тебе. Мила подумала, что это им корм. У вас другой. Нам уже привезли еду. Пойдем, Джерика. Дождь закончился. Свежо. Уже вечер. А на этот раз вот такой вот. От шерстяных комочков. И этим... Ну, мочекаменная. Полезно. Один уже высыпала пакет, другой сейчас просто в гараж поставлю. Вот у меня стирка работает. Что, Жорик? Доедаем, доедаем последнюю тарелочку, да. Чем-то новеньким пахнет, да, да, пахнет, пахнет. Эту тарелочку доедаем. На, тебе насыплю чуть-чуть. На, на, Жорик, Жорик. Что-то новенькое, что-то вкусненькое. Так, а я что делаю? Я достала весь свой фарш, который у меня был в морозилке. Здесь стерильно чистый пол, друзья, не переживайте, я в гараже. Про стерильно чистый я сейчас пошутила. У меня оставшийся фарш, я весь выгребла его, который у меня был в морозилке. Я хочу его весь прикончить. На котлетки, как обычно. Но я вот думаю, что, может быть, я сделаю с хлебом, как котлетки. Когда я много хлеба добавляю, кто меня давно смотрит, знает, что я в котлеты много хлеба добавляю. Здесь у меня фарш, свинина, говядина, лук, чеснок, специи. Я просто размораживаю, добавляю хлеб водой размоченный. Все это перемешиваю в этом миксере. И леплю котлеты. Но я что-то подумала, наверное, с рисом сделаю эти котлетки. Я последние там пожарила. Я люблю, как вы знаете, когда у меня много котлет всякого, всяких разных в морозилке. И, в общем, я решила закончить весь вот этот фарш, который у меня был. Весь его собрала со всех морозилок, с одной и с другой. Разморозится он у меня, и завтра я весь его смешаю, я думаю, с рисом. Ну, возможно, половину с рисом, половину с этим, с хлебом. Посмотрю. Вот, и здесь уже, в принципе, у меня осталось так уже там курица. Вообще надо мне заготовочками заняться. Что-то надо уже это все закончить. И тут остался, в принципе, сыр. И там немножко курицы. Сыра много. Там и моцареллы, и такое сыра нормально. Мне надо сделать мою стандартную заготовочку фарша. И этот перец болгарский тоже закончил. У меня последняя там упаковочка сегодня, хотела на мостовую использовать. Что у меня там еще? Ну так, из куриных, куриные вот эти заготовочки тоже я делаю. Потом из курицы хочу тоже сделать фарш, тоже куриных котлеток с овощами сделать. Ну, в общем, посмотрю, пока с этим фаршем разберусь. Разморожу его и завтра сделаю. Хочу уже закончить старый фарш и сделать новый. Я его оставлю здесь, просто на кухне, не буду в холодильник его складывать. Я думаю, что я его вот сюда в клозет повыше поставлю. Кое от кого, да, Джерик? А тот Джерик вообще у меня позавчера, я как раз не снимала в тот день. Он как-то открыл, достал все кости. Я утром встала, они у меня были все вообще разбросаны. Я в тот день вообще не снимала. Они у меня просто все были разбросаны вот везде, где только вообще возможно. Весь пакет полностью. А, сейчас, котик. Молодец. Когда он спит, ты вот так вот делаешь, и потом он turn into a ball. Тебе нравится он? Ну, он твердый. Он такой не очень мягкий. Он там, у него батарейки. Угу. Батарейки у него там. Сейчас уже пойдем, Кать. Сейчас. В общем, оставлю. И я фарш, который
оставила, который буду завтра делать мостовую. Где он? А, вот. Я его сюда вывалила, он уже мне растаял, я его вывалила, завтра мостовую сделаю. В общем, хочу новый фарш сделать уже. Этот уже у меня давно-давно сделан, по-моему. Я даже не помню, когда он. Ну, давно, в общем, уже. Вон туда его повыше поставила. Да? Собачьи, подглядели, куда мама сейчас спрятала от вас? Сейчас уже буду укладывать детей, уже почистили зубы. Лаврик разложил там всех своих бэтменов. Так, началась вечерняя беседка. Понятно, все. Ой, не наступите на собаку. Мама. Собаки в сборе. Мама, он ты один. Тикать. Он второй. Ты можешь тикать. Как, рукой? Ну, вот этот. Вот так? Да. И потом чеши его так. А его чуть-чуть, да, так можно? Он прям начинает сразу. Короче, его надо пощекотать. И он начинает реагировать, да. В общем, сейчас они еще немножко поиграют перед сном на полу в свои новые игрушки. И лягут уже. Я сейчас поеду за Машей. Мне надо Машу с работы забрать, пока они тут играют. У нас ритуал вечером поиграть вдвоем. Ну, обычно здесь у Лаврика. А мне, похоже, лавриковская аптечка мне сегодня пригодится. Все, друзья, буду уже прощаться в этом влоге. Поехала я за Машей. Всем пока-пока. И как всегда, до завтра. Скажите пока-пока. 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 Маша пришла. Просека. Ушки. Мила любит уши чистить. А Джерри первый раз сейчас будет чистить. Просека, мой котик. Она вчера вечером трясла своими ушами, я не знаю, до ночи. Я думала, ей туда муха залетела. Такое бывает, когда им... Скорее всего, да, думаешь? Да, это всегда такое бывает. Муха залетела в ухо. Муха в ухо залетела. Что? Дресит. Не дается? Все. Слушай, ну он очень даже спокойно. Я думала, сейчас тут такое будет. До потолка прыгать. Это кто тебя так заплел, Маша, красиво? Надоело. Ты сама? Да. Ничего себе. Челка мешает, да? Отращивать будешь? Да. Ну все, прям вообще, Джерри, красавчик. Прям вообще хороший песик. Ладно, сегодня Джерри хороший песик. Сип, сип.